Окей, коллеги, давайте начнем. Как все разбирались. Тема такая специфическая, Африка, рекламная монетизация, поэтому, возможно, спрос будет небольшой. Представлюсь, меня зовут Миша Галян. Уже больше 2 лет опыта работы с мобильными приложениями. Работал в компании «Железнодорожный» изначально как аналитик, дальше работал с рекламой, делался с монетизацией. В итоге сейчас отвечаю за все наши продукты мобильные. Вкратце, что такое «Железнодорожный»? Да, вот я еще ремарочку скажу. Тема доклада фактически много отличается от заявленной в программе, да, ее поменяли. Но все же вы говорите о продуктах, которые нацелены на Африку, а тоже рекламной монетизации, поэтому очень страшно. Genesis Media, краткий интродакшн, что это такое вообще. Genesis Media — это проект, компания, которая изначально создавала проекты идейные с фокусом на развивающиеся рынки, такие как Казахстан, Нигерия, Кения, Гана, Южная Африка, Филиппины, то есть широкий диапазон, все страны развивающиеся. Но буквально меньше, чем год назад, меньше запустили новое направление, это называемый виральный контент, то есть контент, который с помощью алгоритмов Facebook стал виральным за счет своей эмоциональной составляющей, и мы получаем огромную аудиторию. Как видите, сейчас наша аудитория превышает 150 миллионов. Пользователей месяц. Мы номер один медиаресурс в Казахстане, Нигерии и Кении. То есть каждый казахстан практически знает, что такое Nur.kz, Нигерии Nice.com, в Кении Турбококе. То есть кратко, мы медиа, мы работаем с приложением, монетизация рекламы, так что все понимали. Прежде чем перейдем к теме, хотел спросить, кто монетизирует свои проекты с помощью рекламы? Ну, вообще в целом. Здесь около 7. Нативную рекламу кто использует? Ну вот ребята видели, 2 человека, окей. А какой максимальный объем вы видели, ну или себе, как это называют, видели в своей практике вообще? Там в течение дней 4 хотя бы задержалась неделя. 60-80%. Так, еще какие ставки? Кто больше? Окей, это рекордный старт. Хорошо. Я видел в своей практике $400 на США в течение недели. Мы в то время косили бабки, можно сказать. Об этом я чуть позже расскажу, об этом кейсе. Он, наверное, не самый лучший кейс, да, с точки зрения там, пользовательского опыта, с точки зрения долгосрочной бизнес-модели, но он был, и я о нем расскажу тоже. О нативной рекламе, ну, не знаю, все ли знают, что такое нативная реклама здесь присутствующая, да, но это реклама, которая выглядит как контент, как интерфейс вашего продукта. Я привел 2 простых примера. Есть компания агрегатор новостей News Republic. Ребята сделали функционал, который позволяет вводить новостные карточки, вот эта левая карточка, да, на экран блокировки Android-устройства. То есть человек может, не разблочивая Android-устройство, свайпить новости. Очень прикольный функционал, и при этом все, они туда умудрились, вот как видите, внедрить рекламу. То есть эта реклама выглядит как контент, как интерфейс, картинка, текст, все то же самое, но это реклама. То есть не нарушается пользовательский опыт, но при этом все, вы можете зарабатывать деньги. Изначально это был скринкаст, я снимал видео на это PDF, поэтому только картинка. Да? Но приложение, с помощью которого делается скринкаст, тоже будет результатом, мы видим, что тоже сверху показывает нативная реклама. Результат этого скринкаста и сверху нативная реклама. Как мы видим, да, разнообразное использование этого формата, и, то есть его можно использовать так, как вам хватит фантазии. Вообще, я считаю, что нативная реклама появилась как объединяющий элемент двух таких важных вопросов продакт-менеджера, как пользовательский опыт и доходность вашего проекта. То есть эта реклама, она как бы не нарушает user flow, да, она не нарушает какие-то метрики, но и приносит вам доход. Много о цифрах, чтобы все понимали формат, ценность вопроса. Да, в 2020 году планируется, что объем рынка активной рекламы будет составлять $53 миллиарда. Это около 70% всей мобильной рекламы в этом году. Сейчас, по факту, объем рынка составляет около $30 миллиардов. Значит, вы понимаете, почти двукратный рост планируется в 2020 году, поэтому тема очень интересная и необходимо в ней разбираться, как по моему мнению. Да? Я сразу подтвержду, будет короткое теоретическое интро, да, чтобы отвести к нашим цифрам, то, что мы пришли в итоге своей практике. Какие минусы есть нативной рекламы? Она требует большего ресурса, то есть большего ресурса с точки зрения человеческого. Вам необходимо сначала запланировать эту рекламу, продумать, как она будет работать, когда появляться. Дизайнеру необходимо прорисовать ее, то есть какого цвета кнопки, какой формы и так далее. Это все очень важно при монетизации вашего продукта. И кроме того, разработчику необходимо ее еще верстать. Поэтому она очень ресурсоемка. Второй минус, объединив второй и третий, это то, что мало рекламных сетей поддерживает этот еще формат. То есть он достаточно свеж. Самым активным участником является Facebook Audience Network, как это говорил Александр. Это, можно сказать, пионеры в этом направлении, поэтому у них больше всего экспертизы, но других сетей, которые поддерживают
нормативный формат, их очень мало. Ну и, соответственно, медиация практически тоже невозможна. Это фрод. То есть медиация, кто не знает, это имеется в виду аукцион между разными рекламными сетями за ваше рекламное место. Вот. А из плюсов вы можете кастомизировать рекламу под ваш UX, то есть под ваш интерфейс, под ваш контент. А все-таки спрос на нее растет, как говорят цифры на предыдущих слайдах, да, почти двукратный рост к 2020 году. Высокие показатели имеются в виду как пользовательские продукты, так и доходные. Это тоже будет четко и понятно, когда я расскажу наши кейсы. И еще один огромный-огромный плюс, который, в принципе, подытоживает все, это то, что можно бороться с рекламной слепотой, которая возникает там не только там, в первые дни, да, но и в долгосрочной перспективе. Потому что все мы, ну, многие из нас знают, что АВРПМ на первых двух днях в 6 раз могут быть больше, чем в следующее время использовать приложение, потому что пользователи привыкают к рекламе, они знают, как ее закрыть, как ее проигнорировать. А с этим тоже необходимо как-то бороться и зарабатывать деньги. Перейдем теперь к практике больше, да? Когда показывать рекламу? Facebook Ads Network ввел такие свой термин, как flow types. То есть они вывели основные паттерны использования приложения и классифицировали их по тому, когда эффективнее всего показывать рекламу, в какие моменты использования вашего продукта. На самом нижнем уровне они вынесли, то есть наименее перформящие, это реклама, которая появляется там, в течение игры или использования приложения, то есть когда прерывается использование продукта, показывается реклама. Но также они отнесли рекламу, которая зафиксирована относительно контента, то есть вы, например, активно используете этот формат, то есть когда вы, например, листаете новость, а реклама при этом все зафиксирована в нижней части экрана. Они говорят, что это худший всего, да, формат, но для нас он очень важен, мы от него отказаться не можем, потому что он генерирует очень много показов, потому что он всегда есть на экране, потому что он маленький, и в странах, где мы работаем, то есть это Африка, называется, где медленный интернет, он быстро может прогружаться. Это тоже огромный плюс. Средний перформящий формат, да, это при запуске приложения, то есть мы часто показываем сплэш-скрины, да, когда запускается приложение. Но в этот момент мы также можем показать рекламу и там меньше доставать пользователя в течение использования продукта. Before task, то есть, ну это очень актуально для видеорекламы, когда вы хотите запустить какой-то видеоролик или фильм, показывать природу рекламы, что в принципе тоже не очень раздражительно. Между задачами, ну, к примеру, у вас приложение, фитнес-приложение, где человек выбирает какой-то воркаут, и в воркауте есть несколько упражнений, там 10 упражнений. Между ними есть пауза, да, вот, 30 секунд. Почему бы в течение этих 30 секунд не показать рекламу, таймер, то есть человек смотрит на экран, ждет, когда там придет время следующее упражнение, и при этом все видит рекламу. Вы не нарушаете абсолютно его скажем так, зону комфорта, да, вы не прерываете ничего, и при этом все монетизируетесь. Холмский меню, честно говоря, вот этот кейс я не понял, что имеется в виду, если бы не нашел информацию, может, кто-то из вас знает. Ну и месседжинг, понятно, в переписках и так далее, можно это тоже использовать. Дейтинг, кстати, это тоже часто очень используется. Также наши партнеры Китти можно сделать проект, который ребята тоже используют. Топовые, да, это в ленте. То есть у большинства продуктов в мобильных есть какая-то лента, или лента товаров, или лента новостей. Ее тоже необходимо монетизировать, потому что она не раздражающая, и при этом все генерирует вам доход. Но на самом деле в нашей практике она не является очень эффективным форматом, потому что большинство людей заходит в наши новости, в наше приложение с пуш-уведомлений. Органики, органических ходов не так уж много, поэтому я не могу сказать, что топовый наш какой-то формат. После задания, ну, в принципе, понятно, да, что-то совершено, ваше приложение можете показать в финале рекламу, например, тоже фитнес-эп, когда вы показываете результат тренировки, можете показать там рекламу, или же, как я показывал приложение, которое делает скринкасты, после того, как вы сделали скринкаст, можно тоже показать рекламу. Сейчас я Discovery пропустил, я чуть позже повернусь. Left, right, swipe и lock screen, объединим их. Вот классный пример, это вот то, что я тоже еще начинал, это News Republic, где ребята вывели на экран блокировки контент, который можно свайпить, и там внедрили рекламу. Очень круто, мы тоже это использовали, Dating тоже активно использует наш, ну, у нас есть Dating проект, но я за них не отвечаю. Вот, крутой формат. Это Discovery, что имеется в виду, это вообще такая отдельная тема Facebook Ads Network, ребята предлагают, чтобы пользователь как бы создавать воронку прохождения к целевому действию рекламодателя. Например, вы изначально показываете какую-то кнопку в своем интерфейсе, а пользователь знает, что эта кнопка приведет к тому, что у вас появится реклама, вы нажимаете на эту кнопочку, и своего рода такой лендинг рекламы открывается, и человек может делать целевое действие, которое интересует рекламодателя. Вот пример, есть лончер Apus, известный достаточно ребята, вот периодически показывают такой бейджик сверху экрана, который двигается, да, мотивирует пользователя потянуть его вниз, когда пользователь тянет вниз, видим, нативная реклама появляется. То есть пользователь делает сознательный выбор, сознательное действие, посмотреть рекламу.
не знаю, что это мы не тестили, насколько это работает, но это все впереди, еще будем тестить. Но, видимо, ребят хорошо заходят, потому что они там внесли success case, публично сама, не знаю, не увидел. И теперь перейдем к нашим экспериментам, точнее даже, ну да, экспериментам, то, что мы делали, к чему это привело. Вот баннер, о котором я говорил, то есть баннер, который фикс относительно контента, да, классический 320 на 50 пикселей, я подумал, он генерирует очень много просмотров, а при этом все активная реклама более доходный формат, нежели баннерная реклама, да, особенно вот такая, что если тебя, ну, кликабельность очень низкая. Почему бы вот этот формат не завернуть в нативный формат? Да, мы сделали с баннера нативный баннер, чуть-чуть подняли его на 20 пикселей высоту, и в итоге мы получили вот такие показатели, CTR вырос 2-3 раза, RPM выросли 2-6,5 раз. Почему такой диапазон? Потому что несколько проектов на разные рынки и разные показатели. Хочу сразу отметить, это не результат, который там был в течение первой недели, это через месяц был сделан замер, то есть, потому что да, в первое время там вообще зашкаливают показатели, когда вы внедряете какой-то новый формат. Вот. Поэтому вот что мы получили. Ну, дальше что мы делаем? Есть interstitial, да, классический полноэкранный формат. Почему бы с ними проэкспериментировать эту же штуку, как с классическим баннером маленьким? Мы это сделали, получили рост показателей в 3-4 раза, при этом мы не нарушили никакой там, да, пользовательский опыт, даже, возможно, улучшили, мы это долго не смогли замерить, потому что у нас новости, среда слишком переменчивая, вот, но улучшения мы явно не видели. То есть что мы сделали? Вроде как тоже полноэкранная реклама, но при этом все сзади видно контент, который, да, то есть реклама становится более контролируемой, пользователь понимает, что он может ее закрыть, все нормально, паники нет. Поэтому вот такие результаты. Очень классный результат, мы этим были очень довольны, на самом деле. Кроме того, наши рейтинг коллеги тоже, они полностью заменяли нативный interstitial, делали с него нативный interstitial, то есть не нативный pop-up, как здесь, а именно нативный interstitial. У них тоже, они до сих пор используют этот формат. Сейчас не знаю цифр, но если используют, значит лучше работает. Следующее, что хочу порекомендовать с нашего опыта. То, что необходимо менять дизайн нативной рекламы в течение сессии. То есть реально пользователь, он, у него замыливается глаз, он знает, что, как работать с этой рекламой, не обращает на нее внимания. То есть я не говорю заставлять пользователя кликать на нее, да? Но хотя бы, чтобы он обратил внимание на рекламные сообщения рекламодателя. Что мы здесь делаем? Вы видите, мы меняем, там, например, цвет кнопки, и что самое важное, меняем положение кнопки Close. Вот, то есть пользователю надо чуть-чуть поискать, как бы там закрыть эту рекламу. Да, я чувствую сейчас каким-то представителем зла, но мы так делаем. Ничего с этим не поделаешь. Мы работаем в Африке, это хардкор. Так, следующее. Также необходимо менять дизайн в течение lifetime использования проекта. Да? То есть, как я уже говорил в начале, там первые дни первое все выше, все круче. Почему? Потому что выше сетяность, выше обращение внимания на показатель обращения внимания на рекламу. То есть ее необходимо также менять в течение лайфтайма. То есть на первый день один вид рекламы, на второй, на седьмой день, на второй. Ну, вы уже свои можете сегменты выводить. Но это тоже поддержит длительное время вам удерживать на высоких показателях RPM, RPU и так далее. Тоже классная находка, к которой мы пришли, и вам рекомендую, если вы работаете с планом монетизации. Что хотим протестировать, да, вот все мы знаем, есть такая практика на ресурсах, когда пользователь поднял мышку с экрана браузера, там у него появляется поп-ап, чувак, останется с нами, еще почитай вот новости. Вот то же самое можно делать в Android-приложениях, потому что там есть back-button, с помощью которого пользователь выходит из приложения, и это где-то делает больше 60% людей в нашем случае. То есть при первом нажатии back-button можно показать еще блок с персонализированными новостями для пользователя, ну и, как видите, внизу зашли туда рекламу. Да? То есть, чтобы выйти из приложения, надо человеку нажать еще раз бэкбат, но вы получаете еще один просмотр и возможность заработать. Или оставить человека на сайте, на приложение, что самое главное. Ну и хотим вот из той же оперы AdDiscovery проэкспериментировать с кнопочкой Offer of the Day, или как по-другому его назвать, выпуклого меню. Да, это не часто, да, ребята, конечно, как вы себя. Я тоже это сомневался, но вот сделаем, может, для теста попробуем. Теперь вернемся к RPM $400. Которым я, с чего я начинал, что я обещал. А был у нас такой проект экспериментальный, вообще очень много экспериментируем, очень много закрываем, открываем. Сейчас будет. В общем, проект Borman — это проект, который был нацелен на американский рынок, на мужчин постарше, контент для мужчин, как вы понимаете, да? То есть в чем его была основная суть, это, я сейчас реально чувствую себя злом, но не важно. Основа контента была это галерея с красивыми девушками, да, то есть где мужчины могли залипать там девушки в Инстаграме. Да, то есть навигация была галерейная, свайп. Вот. Что мы сделали? Вот, там, если этих пейзажей там были девушки,
То есть люди могли с вами стрелочки прикрепить следующим. И следующим там каких-то экранов, из экранов была вот такая реклама нативная со стрелочкой вправо. Это Audience Network, опять-таки, в Фейсбуке. Вот, здесь было CTR около на больше 60%. То есть это длилось около недели, да, и в итоге мы реально получили CTR в районе $400. Это было не на большой там аудитории, около 10 тысяч пользователей в день, но там зарабатывали достаточно хорошие деньги. Вот, такой вот кейс. Подытожим, да. Нам необходимо с рекламой, как говорил уже Александр, придумать, с ней надо необходимо постоянно работать. Это такой очень сложный канал монетизации, она реально очень нестабильная. Сегодня у вас доллар RPM, завтра 50 центов, и это очень много зависит от внешнего рынка, от алгоритмов, которые выкатывают рекламные сети. Поэтому очень много необходимо проводить тесты с внешним видом, особенно там с кнопками. Например, замена кнопки с квадратной на округленной может привести там, к 4% росту CTR. То есть это все необходимо тестировать с размером картинки и так далее. И причем необходимо это делать на юзерах разных лайфтаймов. Да, необходимо менять дизайн в зависимости от лайфтайма юз и пользоваться, чтобы не формировалась рекламная слепота. Нужные моменты выбираем. Полноэкранная реклама, она очень-очень такая агрессивная, поэтому с ней необходимо экспериментировать очень аккуратно, потому что она напрямую влияет на ретеншн. То, что реально влияет на ретеншн. Да, еще важно учитывать период калибровки во время эксперимента. У Фейсбука есть такая штука, в Фейсбуке не сам вопрос. Есть такая штука, как то, что в течение 10 дней они калибруют баннер. То есть они разбираются, это реально принесящий пользу баннер, или это просто кликабельный, кликбейтовый какой-то баннер. Поэтому вот, во время экспериментов учитывайте, что надо больше времени, чтобы понять реальные данные, которые будут у вас там через месяц хотя бы. Вот. И еще важный совет, подстраховывайтесь классическими баннерами. То есть в Африке, например, или в Казахстане спрос на нативный формат. Спрос на нативный формат, он есть очень огромный, поэтому мы технически сделали так, что разработчики сделали так, что если мы делаем запрос на нативную рекламу, если от рекламной сети приходит, что нечего показать, мы сразу же показываем классический маленький баннерочек или там интерстишел. То есть обязательно необходимо делать подстраховку классическими рекламными форматами. У меня все, спасибо за внимание. Собственно, вопросик. Вот из-за нестабильности всех сетей, то есть в один момент одно и другое, у вас, наверное, такой рекламный, у нас до мне возникало желание все-таки попробовать разобраться в алгоритмах, как они так считают, на основе чего принимают решения. Да, конечно же, хотелось. У нас есть прямые контакты на Бодин, Сентворк, в Фейсбуках и так далее, там топовые люди. Но никто об этом ничего не говорит, это все закрытые вещи. Даже не говорят, когда они делают какие-то изменения очень часто, а они происходят постоянно у них. То есть они постоянно делают, я сейчас буду говорить реально по Одинсету, потому что мы его максимально эксплуатируем. Они постоянно что-то выкатывают, мы видим падение, мы не понимаем, почему, думаем, что что-то не так с нами, что-то не то сделали, а у них просто поменялся алгоритм какого-то замера. Они не объясняют, что это такое, то есть это такая очень скрытая информация, которая нас есть доступ. Но в целом, конечно же, я думаю, что со временем это все немного просят, потому что да, сейчас у Одинсет только высокий, но это все равно. Они чуть-чуть прикармливают себе, наверное, паблишеров. Вот. Но разобраться в этом алгоритме. Ну что главное, да, главное это, как они все говорят, это все-таки не кликабельность, не посещение, а конверсия в результат, которого ожидал пользователь. А это уже в основном очень много на их стороне зависит. Потому что они подбирают таргетинг, рекламу и так далее. Миша, ты говоришь, что решать. Вы выбрали какое-то оптимальное время, когда пуш работает эффективнее? В какое время вы шлете? Да. Как оно изолирует? Честно скажу, у нас нет какой-то супер продвинутой аналитики пушей. Что мы делали, это эксперименты, опять-таки. Мы запускали там количество 8, 7 пушей, 6. И смотрим, да, что происходит. Когда пуши открываются лучше всего, как это влияет на удаление. Мы пришли к тому, что в Нигерии лучше всего слать 8 пушей в день. Представляете, да, мы не можем себе это представить, да, но 8 пушей в день мы шлем, и это оптимальная цифра. То есть, да, если такое еще погрешность, то учитывая там разность интернета, не всем эти 8 подходят, да, поэтому мы пришли к 8, в Казахстане это там до 4. То есть вот в каждом рынке мы будем тестировать что-то свое. Количество рекламы, в Казахстане у нас другая рекламная модель, нежели в Нигерии, Кении. Все надо подстраивать. Как анализировали, ну, смотрели на открываемость, потому что у нас есть статистика, да, отправлено 1000, на новом смотрели, уже открыто 50. Или, ну, какое-то время. Какой самый успешный? Какой CTR? Ну, знаешь, что самый успешный кейс, это когда, ну да, есть какие-то там прям разрывающие новости, что-то такое произошло, я сейчас конкретно кейс не скажу, но долгосрочно классно работает, когда какие-то события строили, например, выборы.
Да, всем людям интересно, как там проходят выборы. И вот такие пушения имеют максимальный сидят долгое время. До 60% могут открывать. Достаточно высоко. Как вы принимаете решение насчет улучшения возвращаемости после внедрения какого-то формата? Есть одна метрика, по которой обращаемся, есть метрика, там, ARPU. Просто мы смотрим на ARPU, то есть на доход на активного пользователя. То есть, да, или на LTV даже, извините, не на ARPU, а на LTV. То есть, у нас есть своя аналитика, которая считает LTV про каждой когорты пользователей, там, от рекламной автоматизации. То есть, если мы запускаем этот эксперимент, мы можем видеть эти изменения сразу. А с какой срок, получается, вы считаете? Ну, вообще, с первого же дня начинаю смотреть, что там происходит. Ну, там, да, там есть модель прогнозирования, да, то есть он берет там имеющиеся данные по пользователям, да, там, за 3 дня, за 2, за 1, за 10, и продолжает эту модель, учитывая там историю этого приложения, того, как пользователи реагируют на всякие вещи. Продолжаю все-таки, вы говорите, что, ну, очевидно, меняется ретеншн. Просто вот, ну, мы, допустим, себя как-то не отловили, а вы именно как видите, что прям уточнили данную информацию, что неделю там ретеншн 7 дня там упал на 10%. Нет, я то, что говорил про полный фулл-скрин рекламу, да? Что она напрямую влияет? Она напрямую влияет на ретеншн. Да, мы запускаем этот формат, это на самом деле видно уже в первые дни. Типа пользователи, которые приходят новые, у них улучшается, правда, по новым смотрим, улучшается возвращаемость в разы. Ну, не в разы, а на 10%, 20% повышаться. То есть, так и смотрим. С первой же дня это видно. Также падает глубина сессии, это тоже очень видно. Потому что, ну, если в течение сессии его прервал, то полный экран реклам, может выйти спокойно с отображением и все. Все, тогда спасибо за внимание.